Здесь у нас снова здорово, каждый день одно и то же. Он, Николай Петрович, полез, видите, опять доставать очередной рулон сена. Насколько нам еще хватит, Коль? Ты по сколько в день даешь? А? Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня, кажется, 5 марта, суббота. Вот такая нелетная погода, обещает неделю морозов. Ну что, пойдем посмотрим, какие у меня есть семена. А потом пойдем к козам, коровам, ну, сельскохозяйственное видео, как вы любите. Вот не поверите, у меня в этом году засада с семенами. Я их не могу найти. Не могу найти коробку с профессиональными семенами, которая у меня была. Дело в том, что мы освобождали одну комнату, убирали там стенку. Ну, в общем, то есть, понимаете, за эту зиму перенесли много вещей в доме с места на место. Я в упор не знаю, где моя коробка с семенами. Я вот сейчас увидела, о, думаю, вот здесь. Смотрю, семена там сверху натыкан. Думаю, слава богу, я нашла. Но это нет, я нашла цветочные семена. Я в прошлом году выписывала с сайта оптовых семян. Я делала про это видос. Я, кстати, про них совсем забыла, что они у меня есть. Ну, то есть, посадила половину в прошлом году. И у меня осталось на этот. Вот тут и флокс есть, петунья всякая разная, и помея. Ну, в общем, все, что как бы, все, что мне надо было, все у меня есть. Салат у меня взойдет сам. Но где мои семена помидор? Я вообще не представляю. Зато нашла базилик, капусту бурбон. В этом году покупать ничего не буду. И вообще непонятно, чего будет у нас с семенами. О, зато нашла вот помидоры черри. Сколько хочешь. Желтые, черные. Вот еще у нас баклажан. Пустой. Я вчера... Нет, снежный. Я сеяла в прошлом году, но не все. Томат балконное чудо. Друзья, но у меня нет профессиональных семян. Йо-йо-йо-йо. Вот, пурпурная свеча какая-то на худой конец. Тыква. Так, тыква нам не надо. Дыня. А, тыква. Мускатная, витаминная. Вот. Так что вот так. Где они? Я вообще без понятия. Я уже и в той комнате посмотрела. Я все поперекопала. Может, я их на чердак унесла, слушайте. Я могла вообще семена убрать на чердак. Вот могло мне такое в голову прийти, что они на чердаке? Вообще завал. У вас такое бывает? Наверное, не бывает, но я вот такая, да, я рассеянная девушка. И дело в том, что, возможно, что это переставила не я. Там дочь у меня еще... Я ей звоню, говорит, мам, я не знаю, посмотри, вот там, посмотрела, нету. Вот такие у нас здесь природные красоты. Виноградник, заснеженный снегом. Вот там сад, яблони. Вот здесь вот видно, видите, такие грядки у меня железные. Я в этом году думала, может быть, прикуплю, но не знаю, нравятся мне все-таки вот эти железные грядки. Я в один год покупала железный, то есть из алюминиевого профиля, и пластиковый. Пластиковый, конечно, вообще. Они развалились, можно сказать, уже через год. А железные хорошие, мне нравятся. Вот, хорошо у нас как бы, ну, понимаете как, траву газонокосилкой внутри скосишь, а там все растет. Вот не поверите, я вам реально завидую, если у вас такого не может быть, а у меня может. Я уже сходила на чердак, там тоже нет семян. Но зато я там нашла шерсть. Вернее, как, она у меня давно там лежит, уже много-много лет. Я что-то так смотрела, смотрите, я чесала в свое время, это наша шерсть. Я же вам говорю, что у нас были дельбаевские бараны. Мне, может, кто-то не верит. Но, тем не менее, вот такая шерсть. Она вообще, знаете, она на ковры раньше шла. То есть, это шерсть технического назначения. Она у меня прочесана. Вот, я ее, в принципе, могу попрясть. А что, какая разница? Шерсть, прясть или пух? Но шерсть сложнее прясть. Она не так тянется, как пух. И заодно достала с чердака чески. А, семена я так и не нашла. Нет, я вообще не представляю, куда я их делала. То есть, понимаете, эта проблема сейчас, я ее не смогу решить. То есть, у меня даже вообще никаких предположений не осталось, где они могут быть. Единственное, что вот зашла вот сюда, там на полу лежала вот такая раздолбанная коробка. Мы же в эту комнату снесли, ну, в общем, все, что вытащили из дома, там стенку старую, все такое раздавленное. И тут было несколько... пачек семян, которые я продавала в том году, в прошлом. Они там, половина семян рассыпана на земле, там уже пошерстили мыши. Может быть, мой Николай Петрович раздавил все это дело. В общем, у меня нет ответа на вопрос, где мои семена. И, соответственно, сеять мне нечего. И, соответственно, эту проблему я решу в самом ближайшем будущем. Я поеду в Волгоград, надеюсь, в моем любимом семенном магазине есть то, что мне нужно. А с цветами вообще, как говорится, никаких проблем. Вот. А сейчас хочу вам показать, как я буду чесать пух. Я больше чем уверена, что многие из вас этого никогда не видели.
Вот такие чески, но нам их сначала нужно подготовить. Видите, я на них чесала серый пух, а буду чесать белый. Для того, чтобы там не было вкраплений серого пуха, его надо, естественно, вот отсюда каким-то образом выковырять. И все равно вот эти черные волосинки, они здесь остаются. Поэтому я поступлю следующим образом. Я выжгу их огнем. И выжигается весь пух, который есть здесь. Главное, конечно, саму чёску не сжечь. Потому что вот эти все штырьки, они на таком, знаете, как полотне, что ли, на каком-то... Тихо-тихо. Пожар нам не нужен. Только исключительно точечными ударами выжигаем пух. Вот так. А как иначе? По-другому? Я не знаю, может, кто-то по-другому делает. Если вообще кто-то это еще делает. Причем я лично сомневаюсь. Вот эта чёска уже все. Видите, у нее половины гвоздей нет. Ну вот, видно. Так. Смотрите, она у меня еще и дымится. Тихо, потухай. Ну что, приступим. Хочу вам показать. Я, конечно, это чесать буду потом, потому что это чёстка пух требует внимания. Я просто, так сказать, обозначу для вас. Как это делается? Вообще чесать на ручных чёсках терпеть не могу. Друзья, во-первых, это долго. Во-вторых, это нудно. В-третьих, чтобы начесать те же самые 100 грамм пуха, но это много времени надо затратить. Лучше, конечно, чесать на чесальной машине. Но дело в том, что она у нас постоянно, в общем, барахлит. Знаете, у меня хватает терпения, чтобы начесать за раз, ну, где-то грамм 50 пуха, не больше. Большим я уже не выдерживаю. А по времени на 50 грамм, ну, мне кажется, не меньше часа. А так как у меня времени вечно нет, то я для этого купила себе чесальную машину. В общем, просто неохота ее сейчас. Там, понимаете, ее надо разбирать, мазать. Холодно там, в холоде она не чешет. А у меня на этот пух давным-давно уже заказик. То есть я приду нить без основы. И продаю ее, девочки, дорого. Смотрю, какой пух сейчас продается, какие изделия вяжутся, из какого пуха. Я вам хочу сказать, 100 грамм стоит 1000 рублей. Никак не меньше. Именно на любителя... На ценителей пуха. Пух 12 сантиметров длиной. Ну, не весь, конечно. Вот. И вот таким образом, представьте, сколько труда надо приложить, чтобы начесать. И кроме того, мне не нравится с него прясть. Вот с пуха, с чёсанного руками прясть не так удобно, как с пасом, который я вам показывала. Вот эти вот шерстяные, такие как бы длинненькие, понимаете? И кроме того, знаете, еще в чем загвоздка? По идее, по правилам, его нужно прочесывать несколько раз. Чтобы он был однородный пух. Вот. Это вот представьте, сколько надо времени на это потратить. Ну, конечно, варежки-то надо снять, потому что пух на них налипает. Вот. И поэтому все это делается лучше, конечно, на чесальной машине. Вяжется из этого все что угодно. Можно напрясть вообще в ниточку, вот как катушечная нитка, и получится платок. Оренбургский паутинка, шелк туда добавил, и будет прям красота. Вот такие дела, друзья. Вот этим вот надо заняться. Сидя, конечно, делать неудобно. Надо, чтобы руки вот так вот были внизу, чтобы они были не на весу. Одевать фартук, чтобы пух никуда не летел. И вот так монотонно набраться терпения и делать свое дело. Кстати говоря, на YouTube я снимать буду, не глядя на то, что в России отключили монетизацию, я не брошу своих зрителей. Вот, и мне пофиг, сколько я за это получу. Но я приглашаю вас всех чисто из вредности перейти на Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзен у многих блогеров и у меня тоже есть канал. И вообще, когда они его завели, этот Яндекс.Дзен, они его и позиционируют как это альтернатива YouTube, понимаете? Но там вот по сравнению с YouTube, там может немножко непривычно им пользоваться. Но, тем не менее, ну, надо приложить усилия, привыкнуть. Но, знаете, вы меня простите, конечно говоря. Такая борзость взять и отключить монетизацию. Вот, типа того, все разбегутся. Да нет, хрен они угадали. Google не угадал. Многие останутся с вами, но, тем не менее, вот чисто из вредности. Я вам оставлю ссылку на Яндекс. А глядишь, нам потом там еще и понравится, понимаете? Все выходит то же самое. Так что я вам всем предлагаю перебежать туда. Там даже контент помягче, чем на YouTube. Ну, то есть, кто не любит вот этого всякого хайпа, всякого вот этого, знаете,
движухи такой жесткой. На Яндексе этого нет. Там все чинно-благородно. Вот так. Так что ссылочка под видео. Перебегаем туда. Но кто не хочет, по-любому все видео будут на YouTube. И, как говорится, пофиг, сколько мы с этого получим. Зрителей своих я не брошу. Вот таким образом. Сейчас я вот чуть-чуть начешу. Я просто хочу посмотреть, какая получается ниточка. Покажу вам, как это все выглядит. У меня тут и прялка стоит. А потом пойдем смотреть коров и козлят. С непривычки, так как я давно не пряла. Но, знаете, должна в руках быть память. Может быть, это у меня получится не с первого раза. Но мы сейчас попробуем. То есть гнать никуда не надо. Надо вот как будто ты подтормозишь на скользкой дороге. Вообще, конечно, завал всю липит. Так, так. Уже успела перекрутить. Дело такое. Все, она уже зацепилась. Все, дальше никаких сложностей возникнуть не должно. Сейчас мы... Сейчас. Так. Пух длинный. Сразу идет, знаете, такой большой ниткой. Цепляется за волосинку. Если прясть потоньше... Вообще можно спрясть тонко-тонко. Вот вы знаете, как катушечка прям будет. Я могу. Особенно если пух хороший. Но это будет стоить не 1000 рублей за 100 грамм. Дороже. Потому что на это время, знаете, сколько надо? Вот вы представьте, такую массу, допустим, пряжи в толстую нитку и спрясьте, да? Или в тонюсенькую. Поэтому заморачиваться с катушкой не будем. Так будем прясть средней толщины ниточку. Еще что плохо, надо, чтобы вот здесь вот что-то темное лежало. Чтобы белая нитка, как бы, знаете, на темном фоне была. Вот так, чтобы было виднее. Чтобы не приглядываться. Вот так уже нормально. Таким образом. То есть, понимаете, прясть проблем нет. Проблема почесать. Потому что, когда ты придешь, ты так-то задумываешься, там медитируешь, мысли всякие умные приходят в голову. Вот, а чесать, оно нудно просто-напросто. Я не люблю, я терпеть не могу. Образом сидим и делаем ниточку. Сто грамм — это где-то пол скалки вот здесь должно быть. Если учесть, что этот пух еще и без ости, я его лично выдирала руками, даже не чёской, а руками выдирала со своей козы. Вообще, с моей точки зрения, это вообще прям эксклюзив. Но я не могу долго прясть, потому что время идет, уже приближается к обеду. Мне надо вам видео про животных еще сделать. Если я сейчас засяду за предень, это я тут завязну часа на два. Вот, и уже не к чему будет выпускать как бы такое видео. То есть пока я его смонтирую, оно выйдет поздно. Поэтому все дело оставляем, идем снимать животных. Так, он Николай Петрович там ходит, собаки вокруг него прыгают. Пойдемте на животных посмотрим. Николай Петрович занимается делом, кормит собак мясом. Если животные утилизируются, там дохнут по какой-то причине. У нас недавно ушла, как говорят, на облако белая коза. Вот. Ну и как бы труп ее лежал замороженный. Мы этим делом кормим собак, а вы что думаете? В деревнях так? Вон он ее дорубает уже. Здесь у нас снова здорово, каждый день одно и то же. Он, Николай Петрович, полез, видите, опять доставать очередной рулон сена. Насколько нам еще хватит, Коль? Ты поскольку в день даешь? А? Рулон в день съедают? Чего? Они рулон в день съедают? Нет. А, ну, в общем, у нас еще пока есть сено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И туда еще, ну, столько же, то есть они в два ряда лежат. 18 рулонов. Ну, то есть еще дней на 25 есть же у нас сено. И на худой конец вот здесь еще такое, ну, неплохое, которое он забраковал. Если что, будем отдавать. Когда бескормится, знаете, они жрут уже все, что попало. Вон они в кормушках сколько затаптывают. Ну, то есть не голодные, конечно, в этот раз. И в сарай вообще не заходят, пофиг им.
Вот казалось бы, сараи все открытые. Не, стоят. А что? Их же кормят. Им хорошо. Всем замечательно. Они в сараи не идут. Не идут. Собаки вон доедают. Остов. Они на этой козе вообще отожрались. И куры, и собаки. Ужас. Вообще, мне вот так, конечно, друзья, прохладно. Что там говорить? Вот тварь, бля, какая-то бегает. Какая тварь? Собаки. Собаки? Беленькая тварь вам пришла. К нам пришла? Вон, за... к этим, наверное, ну, это китайские собаки прибегают. Они уезжают, бросают, и, в общем, начинается проблема у жителей хутора. А вот она подошла. Ну, а что ты ей сделаешь? Конец, возьми один, спокойно подай вот. Холодно, мне пришлось одеться, потому что проводим вот такую операцию. Вот те тюки, которые наверху стога, их надо снять. Ну, то есть веревку закинули, хотели сдернуть, ничего не получается. Поэтому муж подогнал машину. Сейчас зацепим, будем попробуем их сдернуть машиной. А по-другому никак, друзья, они весят 250 килограмм. Куда? 230-250 килограмм весит вот такой тюк сена. Сено у нас свое, кто спрашивал. Ну, то есть у нас общественные наделы. Мы косим трактором, вот, около которого стоит камера. Сейчас покажу. Вот он. Вот он, этот трактор. Кто меня смотрит, он его, конечно, видел. Косилка у нас своя. Вот, но у нас, короче, земли вот эти общественные, которые раньше принадлежали, ну, как по наследству передавали, сейчас взяли в частную собственность. Оформили. Если у нас останутся коровы, где мы в этом году сено косить будем, я вообще не знаю, если они у нас вообще останутся. И будет ли что. Но вы знаете, с такой жизнью, что то, что у нас происходит сейчас, тут уже ни в чем не уверен. Но вы, девочки и мальчики, не сомневайтесь. С нами, как говорится, Бог. То, что делается сейчас, значит, так должно было произойти. Понимаете? Иначе было невозможно. А нам, как говорится, терпение, нам его не занимать. Посмотрим, посмотрим. Еще неизвестно, как оно повернется, потому что есть у меня хорошее предчувствие, девчата. Еще раз говорю, с нами Бог. Сейчас я пока выключусь, а то у меня камера, батарейка сядет. Ну, то есть действие элементарное. Привязывается к фаркопу вот такая веревочка. И на машине пробуется оттащиться вот этот вот тюк. Их надо сразу два скидывать, что по одному каждый. Хоть один. Ну, кстати, еще не факт, что он это самое упадет оттуда. Пойдет, не пойдет. Да, потому что его бы скатить вот в эту сторону. Попробовать. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, что выйдет. Как оно будет. Так, ну что, поехали. Давай, заводись, Николай Петрович. Поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Еще чуть-чуть. Пошел, пошел. Двигается, двигается. Давай. Опс. Есть. Есть. Одно есть. Замечательно. Прошло успешно. Чё? Он оттуда прям спрыгнул. Давай еще один. Нормально. Ну а чё, еще раз что ли машину подгонять? Давай сразу за раз. Там веревку зажало. Ну вот так, друзья, у меня опять садится батарейка. Вот таким образом будем добывать тюки.